Так, хорошо. Ну что, друзья, сейчас мы будем делать интересную каточку. Что у нас получается? Инта против ловкости. Инта против ловкости. Сейчас будем проверять, кто у нас сильнее, инта или ловкость, или кто у нас скиллоне. Вообще, на самом деле, все решает скилл. В общем, команда с интов играет у нас сегодня на интеллекте. Мы играем на аги. На аги, ребятки. На аги. Почему? Почему перепикает? У нас релобби. Пусть берет. Го, мы ловкость. Вы инта. Не забудьте. Пусть берут. Так, взяли мы. Короче, ловкость будем качать через траксу в любом случае. Посмотрим, что там ребята напикают. Так, Некролайт. Лина. Сайленсер. Ой-ой-ой-ой-ой. Это страшно. Запиши игру потом опубликуй на канал. Конечно, такое будет. И Аллерия. Инта. Все инта. Смотрите. Девочки. У нас там три девочки. Три девочки. ВС. Прям. Цок. Ребята, ловкость, пик. Хорошо. Хорошо, ну вроде справились. Пойдем в центральную. О, Луна, прикиньте, это жестко. О, еще и Виномансера, ну такая грязь, просто грязюка. ПЦ, просто жесть, какая грязь. Посмотрите, какая грязища у нас. Пиз ДМГ. Ну, схитрили мы, схитрили. Спору нет, конечно же. Так, ребятки, смотрите, у нас все рейнджевики. Давайте ауру качаем, всем даем дамагу. По идее, лайнинги мы должны овнить. Но там Сайленсер, Лина. Это очень серьезные оппоненты, которые будут реально напрягать. Посмотрим, как они будут, в принципе, напрягать. И поживем. Поживем, увидим, как говорится. Поживем, увидим. В принципе, по пику у нас прикольно. По пику прикольно. По пику прикольно. Если физуху соберем, будет вообще пушка. Руну забираем, по идее, на изи. Руну, руну, руну. Руну тут. У них там стан есть очень сильный дамаг с ультимейта. Это жесть. Три девочки у нас тоже, да, раз, два, три. Три девочки против трех девочек еще рубрика у нас тут подъехала. У нас тоже три девочки, кстати. Хорошо. Так, ну тут станы будут, походу. Да, ну вайпер должен отгонять. Брат, работаем. Ой, смотри, что делает. Руну забирает, да, походу? Ну, ФБшку забираем туда. ФБшку тогда забираем. Ну, пойдет в целом. Печалька, конечно, но пойдет. Кто, некор в мид, да? Такое себе. Надо пытаться его тычковать сразу. Сразу тычковать. Промакс. Ля, бежит душить меня. Ой, промахи какие лютые, прикиньте. Мне этого добить бы. Хорошо. Пойдет. Рошан может победить. Трех девочек не победит ничто, даже не Рошан и ничего вообще. О, Хердстоппер пошел. Остановочка сердца моя. Он остановит мое сердце. Парень, на Некролайте. Я влюбилась. Два фонтана сломать, если его разлить. Рошана? Я помню, это была это. Когда... Помните, квест был? Выходил большой Вилдкин. Джунгли Сталкер отсюда. Когда на топе МКБшку ложишь, скримишь ее. И выходит этот. Джунгли Сталкер. Здоровый. Его нужно обогнать на руне. Нужен шторм. Фул одеты. Был такой КВ. Сейчас захилит меня. Это нормально.
170 хп, по идее, не должен тут умирать. Спокойненько, так сказать. Работаем. С некром первое время стоять тяжело, потом полегче будет. На шестом левеле. Сало возьмем еще. Без сала тут никак. Ох, сейчас хапанет-то. Динай Ластхитович. Динаем, но, так сказать, харас по расписанию. Давайте переагрим крипов чуть поближе. Зэм. Опа. Нормально, я его тоже гоняю. Старается. Не, проблематично, у меня такой дубиной контроль на самом деле на траксе. Хилочек, мне тоже хил нужен. Хорошо, ну вытесняет. Руна, иллюзий. Такое себе. Такое себе. Куда пойдешь? Хорошо. Так, что там, хилочек возьмем, да? Погнали. Вино, мужичок, да. Эти два хила возьмем, пригодится. Один шанс закинем потом. Нормально к ним отношусь. Ты ж такой же, как и я. О, Сардор. Найс ганг. Вот так вот, значит, да? Давай я пофармлю, друг мой. Все нормал, дым. Сейчас промахи меня задушат. Сколько промахов, пацаны? Три промаха подряд. Классика жанра. Три промаха подряд. Да иди отсюда, иди отсюда, браконьер. Браконьер, иди отсюда. Войда, да пофиг на это, Войда. Так, уйди отсюда. Зачем ты моих крипов забираешь? Ааа, виномансер, забаню. Че делает? Мне левел 6 надо, и я буду соло убивать всех. Я специально иду на траксе на мид, чтобы буст поймать побыстренькой. А получается, Сардор мне наоборот. Анбуст делает. Жесть, вот извращенец. Прикиньте, что делает, а? Ой, промах опять. Да что ж такое-то? А не, на Войде неинтересно было бы. А Войд это имба. Опять промах. Да что ж такое ты будешь делать-то, а? Ой, опять промах. Ля, вообще везение на высшем пилотаже. Прикиньте. Моя девушка, день рождения. Все, поехала. До табора не дойдет. Хорош. Шестой левел апаешь сразу. GG пошло. Не видел твой шесть, я только получил. Аккуратненько сейчас пролосхитим. Хорошо. ТП-шечку сейчас возьмем. Что там на топе? А, не видно рунку. Нормально, за медлов 4 поехал. Дестер же шоу против вас. Да, в принципе, можно было. Но как пикнули, так пикнули. Слушайте, ну, серьезно. Как пикнули, так пикнули. Пыкнули. Сайленсер пришел. Я, по идее, успеваю. Хорошо. А, тут уже ГГ. Ах, не забрал. Печалька. Ну, молодцы, ганганули. Я и себя списал, Сардор такой.
В миде крипочков собирал. Печально, очень много теряю фарма. Надеюсь, ребята боковые линии пока подожмут. Пойдет. Потеем. Жесть. Джонни мне момник. Джонни мне момник. Ситуэйшн из нормейшн. ТПшку я бы там не успел дать. Решили бы. Хорошо, госмака возьмем на всякий случай. Хорошо. Опа, отлично. Идет. Когда ты часто саппортишь, союзники на коре не очень. Одобряю. Одобряю. Тут сейчас промаха не будет. О, глобалити. Понимаю, у меня герой сразу таргет потерял. Попадаю, по идее, смерть. Жесть. Закидал таки его. Пойдет. И закидал его. Надо на автокаст, походу, ставить. Будем пока стоять фармить просто. Тэшку ломать не будем. Хорошо. О, линочка. Гоу-гоу-гоу. У смока есть, можно поесть. Сардор бежит, меня упирается. Потому что Сардор. Почему на аквиле таймер? Да это баг небольшой. Баг небольшой. Гоу вот этого чувака. Деда старого. Хорош. Задушили дедушку. У нас топ сломали, да? Там браконьеры на топе какие-то. Сейчас Маднес и Даггерок. И через Лотар будем играть, через Даггер. Хорош. Пассивку. Пойдет. Блин, почему выходные на 3 дня? Чего, на 3 дня? Что ты взял, что на 3? А почему на 3 дня? У тебя что там такое происходит? Почему на 3 дня? Я не понял. Почему у всех нормальных людей выходных 2, а у тебя 3? Это как? Это как вообще? Ну ты даешь. Можно маны лишиться уже. Ну, Алана, видишь, не удается. Девушки, день рождения. Так, ну я, по идее, живу. Ждем кнопку. Такое себе. Ладно. Девушки, день рождения. Погнали, веншентов. Ля там. Гей-парад у нас на проходе на центрах. И я. Слышали, энчандр собирал. Почему не на 3 дня? А, одобряю. Одобряю. Ну, слушайте, ну пока ситуация такая. 7-11, мы пока что ведем. А там посмотрим. Сейчас похилимся чуть-чуть. Пока что урон я ребятам не сильно апаю. Сайленс нужен. Там же маги как-никак. А если они в сайленсе, значит, все хорошо. Значит, туда ничего не говорят. Есть маднес. Секундочку. Ух, нифига там. Что за обходы? Хорош. Инч Петрус. Прикуру. Хорош. Венга, будешь подсвапывать, брат? Ты без второго, что ли? Так вторым сразу прочекал бы. Можно тэшки почуть.
Вэй, what the fuck? Чего не пикнули Тинкера? А зачем? Каникулы 3 месяца. Ах ты школьник. Да, вот это обуз. Что за обуз? Я лес пошел. Что за обуз? Видели паузы, какие обузерские ставят? Вот Криса, они продуманно действуют, вы поняли? Они Крисы. ВС играют Крисы, а не маги, Интеллектович. Ля там напихивают. Напихивай. Вот это нормально. Опа. Настреливай там сало. Хорош. Ну это на вставочку. Почему нет? Рошану заберем. Невзначай. Ой, найс клэп. Тогда смысл, лучше постараюсь отвести, пока я тут в рашпите. Да герочек сейчас возьмем. Минера бы взяли. Да зачем? И так пойдет. Интересно. Не, рановато. Рановато. Хотя бы с Яшкой. Давайте пока тут. Ну, 12 левел хотя бы надо. Рановато, я не потяну. Если бы не клэпнул, иллюзия не слил бы, нормально было. Назвали Луну у вас? Нет, не называли так. Почему так? Оскорбленческое поведение какое-то. Ломаем, на 12-м зайдем. Дамагу чуть повысим. Ля, венжфул, брат, ты чё там? Степной волк. Чисто степного волка поймали. В будку загнали, получается. У нас пока все хорошо, ковыряем крипов. Яшку сделаем. Яша в куре. Нормально я тут на иншах поколотил. Сайленс есть. Сейчас дождусь чуть-чуть, чтобы выбежать можно было на характере. Яша и даггер дальше. Что делаешь на работе? Работаю. Ой, хорош. Задушили. Все, сейчас дамагу раскачаем. Давайте тэшку сломаем на миду. Они нам ломают. И мы сломаем. Следкатку могу зайти. Да думаю, народа уже нету, можно будет зайти. Сейчас быстренько тавр сломаю. Ой, Рошана. Хорошо, до герочек и погнали активчиком. ТПшки придется скинуть. Интересная катка получается. Ну, пока что, но на мне держится аги. На мне пока что. Ой-ой-ой, поливать так нельзя. Да давай я потанчу, у меня, блин, реген от жопы же. Хорош. Три тычки. Сюда. Дай за душу. Хорош. 350 урона. Сюда. Кто следующий? Только покажись. Недобрый, но стараемся. Никого нету. Сейчас бы задушил еще кого-нибудь. Жестко. Сейчас дагерок купим. Танюша, надо кора брать, хэн. Нормально взяли. Ты че? Тракса это еще тот кор. Сколько каток на ней выиграно было? Сейчас Кади бахнем. МКБ. Просто будем райт-кликом играть. Самый примитивный герой, я на нем учился. Но раньше Тракса, конечно, была другая. Как на куру кнопку переключать. Биндишь курьера, Ctrl 3. И на тройку у тебя курьер, брат. Ну, неужели такое нельзя знать? Ты шо? Это же самое банальное. Только дай знать, где ты находишься. О, вон там вот, смотрите.
Вот это мясо, конечно. Эх, одной тычки не хватило, прикинь. Задушит пацаны сейчас. Дал кнопку. О, GG. Эза вижена не хватило. Погиблый. Моенту надо некстом, я так думаю. О, тут мы сейчас включим Т. Запушим как. Души. Кнопку Т нажали, скрипами башню забрали. Души. Т-шку забрали. Хорошо. Я сделаю предложение. Но пока что ровно идем. Что у нас там по КДАшкам в команде? 0-3, 2-6, 6-2. По левелам очень сильно мы их сдернули. На самом-то деле. 14 левел у меня. Я манту сделаю. И next скади просто, и все. Манта нужна для диспейлов. Там все-таки есть что диспейлить. Все-таки есть неприятные кнопки. Подстрахуй себя и возьми кора, если что. 1-5 выиграть, если команда фидеров. Конечно, есть всегда такое. Если шаришь, то можно так. Первая венга была. Плюс-минус, что-то такое тоже было. Хорошо. Ля, ребята там душатся. Помню, кликнул, я от балды. Первый помощник магазина, первый герой по счету. Прекрасное было беззаботное время, согласись. Так, я готов. Там проблема будет, когда некор БМ сделает. Хорошо. Че там у некра? БМ. Одобряю. Опа. Сало бежит. Я тоже бегаю. А я вот так отойду, чтобы побольнее бить. Прочитано. Хорошо. Вовремя, конечно. Сделаю предложение. Погнали к топу. Петриор можно будет. Можно будет. Некор на топе. Блин, некор такой. Парнишка. Напряжный. Опа, БМ нажал. А фишки Азеса надо смотреть. Фишки Азеса надо смотреть. Сало ТП сбивает. Фишки Азеса не смотрел, что ли? Видимо, пропустил. Одобряю. Нормально, красиво. Крацубо. Как сбить ТП на траксе? Дай сало в тайминг. Дай сало в тайминг. Так, ча побежала. Я сделаю предложение. Это плохо. Сардор там задушит, я пока похилюсь. Хорошо. Когда увидел, что не Красова. Чего? Некрасова? Какие Некрасова? Почему только что Рокса перебила ножками? Смешно бежала. Она вот так вот, да? Есть такое, перебирала. Это, короче, бывает из-за каких-то багов анимационных. Давайте Т нажмем. Пусть 70 урона на крипах уже. Пусть крип душит. Смотрите, как крип ломает.
Просто один крип, который может затащить игру. Смотрите, как он душит. Просто гляньте. Раз, два. Причем первая тычка, видели, как-то не бьет. Смотрите, первая... А, все, теперь бьет. Странно, очень странно. Некр ТП сделал, сразу вспомнил про это. Да. Кайф, видишь, когда... Когда что-то для... Для ребят делаешь, чтобы ребята понимали. Вот вам, респект. Предложение сунул концом в киндер-сюрприз. Запарился заворачивать обратно. Рвется. Нифига ты жесткий. Красава. Это круто. На самом деле. Это круто. Так, у меня 3К есть. 3К есть. Почему-то они крачей убрали из Dota 2, не знаешь? А, по-моему, этих демоноидов сделали отдельным этим. Насколько я понял. Типа артефакт какой, 4-й стадии, по-моему. Это многоходовка. Убрать, потом добавить. У них был план добавить вот эти артефакты, то, что можно выбивать. Это же все, блин, не просто так делается, друг. Ля, герой тупит. Стоит. Хорош. Вайзбус. Задушили. А, и погиб все равно, прикинь. Она у Луны ульт БМ не работает? Работает, почему? Работает. Тут по большому счету сейчас если сделать блокинг бар, можно закончить катку. Но мы скади сделаем. Пол хп снесла, и БМ не поцарапалась. Странно. Очень странно. Рекуру. Многому нас учишь на одном. На одном голову не хватает места. Какой информации. Понимаю. Понимаю. Но бывает, когда знаешь, информация очень такая, она. Тяжело доступная, да? Понимание. Некоторые ребята не знают даже, что такое ловкость и интеллект. Так, ну такое. Надо добивать. Хорош. Оп, хорош. Собрали. Держи телепортатор. Телепортатор. Так, я хочу эффект скади, можно? Спасибо. Вот он, эффект скади. Хочу эффект... Эффект... бласта. Давайте. Эффект бласта сейчас будет. Теперь эффект скади хочу. Скади хочу. Вот, красиво выглядит. Я МХГ сейчас сломаю за один заход. ТПшки есть. У некро ТП нету. Ой-ой-ой. Хорошо. Я сделаю предложение. Го! Оп, хорош. Ну такое, я не пойду дальше. Отхожу. Опасно. Опасно. 1000 терабайт. Не-не-не. Да я тоже много чего забываю, вспоминать тоже приходится. Что же человеку? Сейчас Равшана пойду за душу. Аквилу выкл. И пойдем танковат. Танковат, как говорится. Чалька. Ну, низ почти сломал. Там этот некор отсейв дал чуваку. Да попади. О, отличная руна. Для Траксы самый кайф это руна, потому что у нее это аги, которая дается с ультимейта. Она засчитывается в этот, короче, в родной.
в родной. Крайняя, наверное, на сегодня, да. Но интересная катка у нас получается. Напоминаю, это у нас Аги против Инты катка. Вроде ребяткам нравится такой контент. Спонсором этого контента является на данный момент Роман. Спасибо тебе, Рома. От души. На самом деле есть такая изюм, то есть добавляет какой-то изюм в этих играх. Интересно. Интересно, какой-то изюм все равно есть. Хорош. Ой-ой-ой, глобалити. Но поздно уже. Ну я иду до последнего. Байбэк Слейер. Ух ты. Просто в бэкдор систему ломаем. Опа. Задушили, но я тут умер. Буду драться. Байбэк Виндранка, да? Хорошо, сейчас бабочку купим. Го, бабочку. Бабочку для команды. Ля, Венга там пошла душить. Брат, ну ты чё? Можно было добить, я бы добил бы. Ты шо, брат? Ты газанул, короче. Сделаю предложение. Хорошо. Бабочку для команды сделаю. А так, в принципе, я бы БКБ-ху купил. С БКБ-ха можно делать вещи. Да, рампагу было бы прикольно. А видишь, там инвизеры, БМеры. Тяжело, надо растягивать драку. Что там у нас у вайпера? 300 урона. У виномансера 146 урона. Ничего на дамагу нету у пацана, посмотрите. Только фейзы. 146 урона у пацана. 308 вайпер. Такое. Луна 170 урона без урона. Бабочка всего 7 урона. 8 урона добавляет. Там есть какое-то убывание доты тоже. Чтобы не было никакого абуза по урону. Там как-то странно, ну, дается. Вот 92 урона это максимум, что, чего можно добиться в этой теме. Мне бы, знаете, репел какой-нибудь мумника. Я бы задушил, наверное. Глобалити. Нифига себе, там сало-соло. Сало-соло. Но он на троих вышел. Задушили его, просто затыкали этим дамагом. Просто лютый дамаг. If I must. Да, да ладно, не хватило. Криту, да, хочется собрать вот такое? Вместо ПТ-хи криту оденем. Тут 300 урона крита сейчас зайдет, ГГ. А чё там, Роша опять резнулся? Если Роша есть, я сейчас Аегу вместо сапога и погнали. Погнали. Соболезную. Какую драку? Волка с доминатора еще взять. Да, будет вообще много урона. Он типа 380 будет. Еще волка сюда допихнуть. Волка допихнуть. Я, прикинь, выжил. Я
Жесть, там столько урона. Прикиньте. Ужас. Столько урона, жесть. Шарды еще можно забафать. Это минус ХГ смелая. 400 урона. Ух ты, гасту покупаешь. Ого. Так я могу тут умереть сейчас. О, надо бить просто. Хорош. Печалька. Жесть. Столько дамаги, конечно. Сало там с Ричи делает в спину, как крысит. Ну, это ГГ. Не знаю, но вот такая катка получилась. Аги, короче, получается, победила инту. Но на самом деле катка могла бы быть намного лучше, мне кажется. Намного лучше. Трипл килл. Дайте ультру на вставочку. А, прикинь, с ульты забрал. Жесть. 400 урона под Венгой еще, видели, да? 446 урона под Венгой. Это жестко. Короче, ребятки, Аги одержала у нас победу. Но если честно, мне кажется, в сухую. Но тут на самом деле все зависит еще и от рук. Так что, вот такая вот катка. GG.